С тяжелейшими травмами 42-летняя Акбатан находится в коматозном состоянии. Она еще не приходила в себя и пока не знает о страшной гибели детей. На улице Аргенбекова Акбатай вместе с двумя детьми, 12-летней Жансаёй и 6-летним Динмухамедом, переходили дорогу на зебре. Неожиданно на них буквально вылетел джип Land Cruiser. Ударом мать и детей отбросила на несколько метров. Девочка скончалась на месте, мальчик был срочно доставлен в больницу, однако врачи оказались бессильны. Больная Абетова доставлена в экстренном порядке приемный покой ШГБ СМП 7 мая вечером 9:45. Минуя приемный покой, доставлена в отделение реанимации. Состояние ее при поступлении тяжелое. Тяжелое состояние обусловлено полученной черепно-мозговой травмой тяжелой степени, ушибом головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние. Незамедлительно начаты мероприятия, противоотечная терапия, нейропротекция. Проведена диагностическая компьютерная томография головного мозга. Данных за оперативное вмешательство на момент поступления не было. Вот. И с этого момента проводится интенсивная терапия. На сегодняшний день состояние больной остается тяжелое, сознание кома 2, проводится интенсивная терапия. По данным полиции, за рулем автомашины находился 42-летний шимкентский бизнесмен Нурлан Мейрбеков. По предварительной версии, он курил за рулем, и горящая сигарета выпала у него из рук. Он отвлекся на какую-то секунду, и в это мгновение и произошла трагедия. Уже на следующий день следственный судья выдал санкцию на арест подозреваемого. Осы оқиға қоғамдық пікір туғызына байланысты. Ему предъявлены обвинения по статье 345, часть 4, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. На период следствия избрана мера пресечения содержания под стражей. Сразу после происшествия на место выезжали не только руководящие сотрудники полиции и прокуратуры, но и районного акимата. Местные жители потребовали от властей, чтобы на этом участке были предприняты меры безопасности для пешеходов. Спустя 4 дня власти установили здесь звуковой сигнал, шумовой переход. Однако на ситуацию это не повлияло. Как гоняли, так и гоняют. Жители надеются, что власти все же изыщут возможность установить здесь светофор и скоростемер. Буквально на прошлой неделе здесь уже был сбит насмерть 10-летний мальчик. И вот новая трагедия.